19-летнему оператору батута, по вине которого пострадал ребенок, дали 1,5 года условно на Камчатке. В суде установлено, что в августе прошлого года обвиняемый, являясь оператором надувного аттракциона, предназначенного для детей в возрасте до 6 лет, в нарушении правил установки и использования надувных батутов, не обеспечил надлежащее крепление оболочки аттракциона достаточным количеством груза, не проверил исправность и надежность конструкции перед ее использованием детьми. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, под воздействием порыва ветра произошло опрокидывание батута, установленного на стадионе «Спартак». Ребенок и один взрослый получили телесные повреждения различной степени тяжести. Камчатские исследователи провели не менее 5 экспертных исследований, в том числе технические экспертизы, направленные на установление соответствия аттракциона требованиям безопасности. В ходе расследования уголовного дела подсудимый признал вину в полном объеме. В содеянном раскаялся. Пояснил следствию, что не закрепил оболочку батута по причине спешки, вызванной личным желанием охватить как можно большее число пользователей и получить за оказанные услуги денежные средства. Приговором суда ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил.